Всем привет, вы на канале Ростиксона. Сегодня мы поговорим про монету Фантом и как ее купить на бирже Gate.io. Подробно разберем данную монету и как ее купить. Но перед началом хотел бы поделиться с вами телеграм-каналом Ростика. Там много всего интересного. Много разных конкурсов и розыгрышей. А также там много полезной информации, которую вы не найдете на YouTube-канале. Ссылка будет в описании. Также в описании видео есть регистрационная ссылка на Gate.io, при которой вы получите вечную 20% скидку на торговые комиссии. А если у вас большие торги, то тогда вы действительно будете экономить приличные суммы. Например, со $100, затраченных на комиссию, $20 будет экономии, а с $1000, затраченных на комиссию, целых $200 экономии. Как по мне, это очень неплохой бонус. Итак, Gate.io — это криптовалютная биржа, работающая на рынке с осени 2017 года. Биржа предлагает клиентам солидный выбор альткоинов и ориентируется на трейдеров из англоязычных и азиатских стран. Gate входит в топ криптовалютных бирж. Разберем саму монету. Phantom — это платформа смарт-контрактов с управляемым ациклическим графом, предоставляющая разработчикам децентрализованные финансовые услуги с использованием собственного уникального алгоритма консенсуса, не без помощи собственного токена FTM. Phantom стремится решить проблемы, обычно присущие платформам смарт-контрактов. В частности, по словам разработчиков, скорость транзакций сократили до менее 2 секунд. Фонд Phantom Foundation, который курирует продукты Phantom, был создан в 2018 году, а в декабре 2019 запущена Opera, основная сеть Фантома. Кто создал монету Phantom? Фонд Phantom Foundation был основан южнокорейским ученым в области информатики, доктором Ан Бюнгом Иком. В настоящее время генеральным директором платформы является Дэвид Ричардсон. У стоящей за Phantom команды обширный опыт в области разработки полнофункциональных блокчейнов. Она нацелена на создание платформы смарт-контрактов с приоритетом на масштабируемость, децентрализацию и безопасность. Согласно официальному сайту, команда Phantom состоит из инженеров разных специализаций, ученых, исследователей, дизайнеров и предпринимателей. Сотрудники раскиданы по всему миру, в соответствии с духом распределенной платформы. Что особенного в данной монете? Phantom пытается для упрощения работы DeFi и связанных с ним сервисов на основе смарт-контрактов использовать новый механизм консенсуса, созданный ими с нуля. Этот механизм Lachesis обещает гораздо более высокую пропускную способность и двухсекундное завершение транзакции, а также улучшение безопасности по сравнению с традиционными платформами на основе алгоритмов доказательства доли владения. Как и Ethereum, проект направлен на разработчиков, желающих развернуть децентрализованные решения. Согласно официальным документам, его миссия — обеспечить совместимость между всеми субъектами транзакций по всему миру. Его собственный посттокен FTM формирует хребет транзакций и позволяет взимать комиссию и делать ставки, а также вознаграждать за них. Благодаря продаже токена в 2018 году Phantom привлек почти $40 миллионов на финансирование развития. Итак, сколько монет Phantom находится в обращении? FTM – это токен с доказательством доли владения, который фактически существует в нескольких воплощениях. Общий объем FTM составляет более 3 миллиардов токенов, из которых 2 миллиарда 134 миллиона 638 тысяч 448 токенов FTM в настоящее время находятся в обращении. Остальные будут выпущены в соответствии с графиком до 2023 года. Стейкинг является важной частью токеномики. При этом часть предложения зарезервирована специально для награды за стейкинг для держащих FTM пользователей. Как обеспечивается безопасность сети Phantom? Phantom использует собственную версию алгоритма Proof of Stake для предоставления услуг и защиты своей сети. Известный как Lachesis, этот алгоритм является примером так называемого асинхронного византийского отказоустойчивого механизма консенсуса. Устранив лидерство среди участников сети, Phantom избегает риска незатратных атак, а стейкинг добавляет дополнительные стимулы для пользователей для держания токенов FTM и обеспечения безопасности операций. Теперь разберем, как купить данную монету на бирже Gate.io. Итак, регистрируемся по ссылке в описании, пополняем свой депозит, сделать это можно следующим образом, наводим на кошелек, далее депозит, выбираем нужную нам монету и готово. Так, теперь переходим во вкладку трейдинг, далее спотовая торговля и в строке поиска вписываем название монеты. У нас это монета Phantom, но числится она под названием FTM, и начинаем делать свои сделки.
Также мы можем посмотреть график данной монеты и видим, что сейчас она потихоньку двигается вверх. На данный момент цена монеты составляет 96 рублей. Суточный объем торгов более 27 миллиардов рублей. На этом наше видео подходит к концу. Не забывайте подписываться на телеграм-канал. Там реально много всего интересного. Ну а если же вам понравилось, то ставьте лайки и подписывайтесь. А также не забывайте про комментарии. Всем удачи и до новых встреч!